На сцену выходит народный ансамбль русских инструментов «Околица». Они представляют Новгородскую область, Новгородский район, село Бронница. Художественный руководитель Николай Александрович Ершов. Этот замечательный ансамбль тоже стал лауреатом фестиваля «София-2017». И сейчас вы услышите попурри на тему русских народных песен в обработке руководителя ансамбля Николая Ершова. Итак, ансамбль «Околица» на нашей сцене. Thank you.
околице. Этот замечательный ансамбль представлял Новгородскую область.